Мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею образования Департамента охраны МВД, начались на святой земле Брестской крепости. Люди, которые пришли в профессию по зову совести и чести, сочли своим долгом отдать дань глубокого уважения памяти героически погибших предков. То, что работа в подразделениях охраны основана на фундаменте высоких нравственных ориентиров, ежедневном самоотверженном труде и многолетних традициях, позволяет воспитывать истинных профессионалов, бесконечно преданных своему призванию. Их важный вклад в общее дело был высоко отмечен заслуженными наградами. Наверное, в Беларуси нет ни одного гражданина, который не знает, что такое охрана, который не знает, что такое наряд группы задержания. Все это на виду. Люди нас видят, люди нас знают, люди нам доверяют и пользуются нашими услугами охраны. Наши сотрудники – это настоящие профессионалы, которые обладают всеми навыками, проходят специальную подготовку, их обучают. Они готовы к действиям в любых экстремальных ситуациях. За долгие годы своей работы я не пожалел ни одного дня, что если бы можно было вернуться опять, я бы все равно пришел в охрану. Понимаю, что это моя судьба. Спустя уже почти 25 лет службы я понимаю, что это одно из лучших подразделений, потому что мы единственное подразделение, которое работаем и день, и ночь. Мы работаем сутки. А тем более, как я, старший оперативный дежурный, целые сутки мы контролируем город. А ночное время это особенно. Сегодня под защитой Департамента охраны Брестской области более 18 тысяч объектов и жилых помещений физических лиц. Каждые сутки из числа личного состава выставляется свыше 120 постов. 78 групп задержания круглосуточно несут службу в режиме готовности, оперативно реагируя на сигналы тревоги. За 7 десятков лет на страже безопасности пройден непростой путь формирования, становления и совершенствования, благодаря которому служба охраны заняла одно из ключевых мест в системе правоохранительных органов. Мне выпала честь от имени областного исполнительного комитета и от себя лично поздравить вас с юбилейной датой. 70 лет вы золотой нитью вшили в историю Беларуси, историю своего подразделения. Я хочу поблагодарить вас за тот широкий спектр задач, которые решает ваше подразделение. От охраны личной собственности до охраны государственной собственности. Всегда достойно, всегда ответственно. Это, по сути, ваш девиз. Какой красивый, уютный наш город Брест. И как замечательно, что этот город еще и спокойный город, где все в надежных руках, в том числе под охраной. Поэтому от имени руководства города, от имени горожан, да и лично как потребитель ваших услуг, хочу поздравить вас с этим замечательным юбилеем и пожелать всем удачи, здоровья и процветания. За тяжелый, требующий предельной концентрации сил и ежедневный труд в этот день на торжественном мероприятии, посвященном юбилею, нескончаемым потоком звучали слова благодарности и признательности. Ведь история охранного ведомства – это судьбы людей, которые день за днем, год за годом развивали и укрепляли его. В этот праздничный день были награждены лучшие сотрудники и ветераны областного управления и подразделения охраны области. Служба превратилась высокоорганизованную, сплоченную, профессиональную службу. И она сегодня продолжает те традиции хорошие, которые были сформированы за все эти 70 лет. Хорошие люди служат в охране, пользуются авторитетом. Охрана, как семья большая, умеет дружить, умеет поощрять, поддерживать людей, тем самым сплачивается и честно, добросовестно выполняют возложенные на них обязанности. А в завершение торжественного мероприятия его организаторы подготовили для всех ветеранов, сотрудников службы охраны, а также всех гостей подарок. Им стал большой праздничный концерт.